Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, Евгений. Тут в интернете ширится информация, что Тайрус запускает какую-то особенную антикризисную программу. Вы что-то знаете об этом? Конечно, Евгений, знаю. И с удовольствием вам покажу. Мы сейчас с партнерами буквально только что пару минут разбирали конкретно эту новейшую программу. И мы ее между собой назвали мини-турбо. Турбо, вы понимаете, как все должно здесь быстро получаться. Сейчас я вам более подробно расскажу, хорошо? Конечно. Чтобы участвовать в программе, не обязательно даже владеть лицензией Easy за $10. Если это для вас проблематично, вы, взяв реферальную ссылку пригласителя, сразу вступаете в эту программу. Цена вопроса, как вы видите, $25. И обнаруживаете себя вот здесь. Это, конечно, кольцо где-то вашего спонсора, но вы себя всегда видите вот здесь. Вот здесь. Ваша задача – пригласить двоих партнеров. Все. Двоих достаточно, можете больше, но вот минимум два партнера. Точно на таких же условиях. На сегодняшний день $25 в Российской Федерации – это 1830 рублей. А я знаю, что вы с Украины, да? Это в гривне – это 670 гривен. Вот цена вопроса. Компания международная, вот, так что никаких препятствий. И платежная система – это Perfect Money. Я просто вот конвертацию вам сказала. У ваших приглашенных точно такая же цель – зайти и пригласить двоих. Но как только они успели пригласить только по одному, все, вы уже перешли во второе кольцо. Оно конечное. Все. И так как у нас доходность 300%, то получается $25 умножить на 3, это будет $75. Вход $75. И вы здесь. Ваша команда точно так же за вами. Вот пригласил вот так вот, да? Второго человека. Тот пригласил пока одного. Этот пригласил пока одного. И все. Ячеечка, например, номер один. Ваш приглашенный уже показался здесь. Здесь со вторым та же ситуация. И в скорости все это заполнилось. И что еще приятно, что здесь абсолютно возможны переливы от вашего пригласителя. Если у него не два личника, а немножко больше, то у вас обязательно будут переливы. Но никто вам этого не гарантирует. Это так, к слову, пришлось. И когда у вас уже заполнены все четыре ячеечки вокруг вас, вам начисляется $75, вы помните, 300% у нас доходность, умножаем на 3, это $225, показывается у вас, что вы заработали. Из этой суммы изымается $25, это называется реинвест или повтор. И вы снова обнаруживаете себя в первом кольце. На вывод вам остается $200, которые вы выводите инстантом. То есть без никаких дополнительных условий. Никаких 3 дня банковских. Нет, вы моментально выводите. И ровно 200. Процент Perfect Money заплатит компании. Вы получите на свой кошелечек $200. Правда, справедливо, честно и прозрачно. Компания здесь себе даже цента не берет. Она действительно, ну, я считаю, что это благотворительная акция. И еще нам сказали, что это не просто на период, так сказать, коронавируса и прочих финансовых неприятностей. Нет, эта программа будет и будет до тех пор, пока существует компания.
Вот. Но компания у нас серьезная. Она прошла проверку фискального органа Швейцарии и получила официальную регистрацию. И теперь это швейцарский инвестфонд Тайрус. Я вам обязательно скину ресурс, и вы, как говорится, убедитесь, то есть вы получите доказательную базу об этом. Вы знаете, слово «матрица» я не любила. Да, я была разочарована в этом слове, но здесь не те матрицы, в которых мы так дружно застревали. Здесь действительно создается благодаря вот этим кольцам бесконечная амплитуда прибыли. Здесь есть элемент пятиместной неделимой матрицы. И, конечно, это выгодно отличается от тех сорокаместных. Да, я была в сорокаместных матрицах, 15-местных, 7-местных матриц. То есть это выгодно отличается. Вот. Ну что же, хочу вам сказать в заключение. Я вас не уговариваю. Я вообще никого не уговариваю. Я просто делюсь информацией о возможностях. И вы сами принимаете, Евгений, решение. И я просто ищу людей, которые хотят зарабатывать в интернете, но не знают как и в какой компании. Потому что выбор компании – это очень важно. Понимаете, мы уже побывали в хайпах, побывали, которые 2-3 месяца, и утром просыпаешься, и уже все, вашего кабинета нет, здесь нету. Компания пришла всерьез ненадолго. На сегодняшний день она уже работает 3 года и 4 месяца, даже 5-й пошел, и всегда выполняет свои обязательства. Я в компании с января 2017 года. Никаких претензий к этой компании у меня нет. Так что думайте сами, решайте. А у меня вот коротко я вам все рассказала. Спасибо, Лариса. Все понятно. Вопросов нет? Нет, вопросов нет. Понятно. На $25 заходим. Хорошо. До встречи на более конкретный договор. Счастливо. Удачи.